И всем привет! Сегодня мы будем играть в симулятор судьи. Нажимаем первый уровень. Нарушение ПДД. Почему же он проехал на красный свет? Понятно, судить. Я думаю, его надо освободить. Нет, не нужно. Торт в лицо. Бдыщи! Наверное, больно. Я просто на газету. Начнем, когда закончится реклама. Я допустил небольшую ошибку перед речью. Не начнется, а закончится. Судить. Ну, я думаю, надо просто... Нет, тюрьму, штраф. Точно, я думаю, лучше извиниться. Нет, спасибо, я... Нет. Больничная палата. Он перерезал трубку. Это яд был? Так. Отправить, конечно же, на Гавайи. Так. Опять реклама. Ну, идеально. И мы продолжаем играть. Из куртки спер деньги. Ай-яй-яй-яй-яй. Я просто рукой махнул. Кроссовки? Серьезно судить? Посмотрите, какое у него лицо. No! Technology ban! Лимонад. Заставить косить. Я думаю, ему лучше продавать лимонад, чтобы заработать деньги. Мне постригли нас. Ну я уже представлю, что будет, если... Ну, я думаю, ему надо вернуть деньги. Иди. Пострадавшему. Нет, спасибо. Продолжим, когда закончится снова реклама. Мы продолжаем. И скажу на данный момент, что я не могу выключить интернет, чтобы рекламы не показывают. Эта игра не работает без интернета. Недовольная гостья. 150. На тебе! Муха, выйди. Гениально, судить. Облепить ее мухами. Ну пусть будет бесплатный обед. Не нужно. Легкий тюнинг. Ну. Папочка, я тебя люблю. Нет, спасибо. Сейчас снова реклама. Продолжим, когда закончится реклама. Вот реклама и закончилась. Следующий. На взлетной полосе. Что? Было больно. А, сумка? Судить. Я думаю, ее надо... освободить. Все-таки, если бы она бы его бы не толкнула туда, пострадала бы... Не только что пострадал, а умерло бы намного больше людей. Не нужно. Маленький проказник. На! 31 марта. Вот как-то так. А, понятно. Бдыщ! За школы. Я думаю, его надо проткнуть двойкой. Его... Он проканул учителем бананом. Пранканул учителя бананом.
А учитель пранканул ученика двойкой. Гениально. Ребят, только недавно нашел эту игру. Вы посмотрите, продолжим. Что здесь можно делать, жесть. Ну, вот и мы продолжаем. Так, что у нас тут? Пахучий лифт. Они аж в оморок упали. Фу! Замотать скотчем, не знаю зачем. Это замотать скотчем гениально просто. А. Вот мы и продолжаем. Снайпер. Чик-чик. Так, за ним сколько кто-то стоит. Во! Нифига себе, снайпер. Я думаю, подарить ему новую винтовку. 20 надо бы на свидание. Ну, тоже неплохо. Разорвать снайперу винтовку. Боже мой, ладно. Продолжаем. Полив. Пс-с-с. Бедные цветы. Блин, а не туда нажал, какой лес. Я не туда нажал. Ладно, не нужно. Бедный пацан. Я его в лес отправил. Лес кошмаров. Какой же я злой. Понятно, что за машина. До свидания, машина. И привет вам, жесткий отец, в смысле. Он из Мила, а... Я думаю... Ну, все-таки ее надо в тюрьму посадить. На годика так. 3-4 Ладно, не нужно, спасибо. Привет, колоссальный титан. Пока, колоссальный титан. Вот мы и продолжаем. Разбитая ваза, что тут играть? Бдыщ! Вот тут что-то. Судить. Ну, пусть склеит вазу. Я хороший судья, 25 Нет, не нужно. Вью! Нифига себе, как... Как смерть эта непонятная косой его вжих. Ну... Вот на косу. Я вернул его. Вью! Он просто взял такой... Да! Смерть, хорошо, что он тебе еще камень не кинул, а то бы я... Так, ну... Подарить, конечно же, новую косу, а то уже совсем разгулялись. Кидают уже в хороших людей. Ну, хотя это не люди. Не люди, а смерть. Да, да и ладно. Но она косила поле. Она хорошая. А он такой, ей бокал. И, бокал в лицо. Нет, не нужно. Бонусный уровень. Будете судить Том Ник. Да, буду. Ладно.
Продолжим, когда закончится реклама. Вот мы и продолжаем. Убил. Я делаю, что нужно. Ты не сожалеешь о вчерашней вечеринке? Да, она была ужасна. Продолжить. Говорю, я не умею. У нас есть запись камер. И один из официантов тебя опознал. Давайте вот этот. Запись. Знаете, там все были в черном. Меня с кем-то перепутали. Продолжить. Не тратьте мое время. Подъяви показательства. Ха-ха-ха, все знаю, что я ношу только черный галстук. Я пришел повеселиться, даже не трогал. Он не признался заново. Ладно, попробуем еще раз. Я снова посмотрю рекламу. Ну, начать. Вернусь, когда закончится реклама. Убил 420 человек на вечеринке. Я делал, что ты сожалеешь? Я не знаю, о чем речь. У нас есть записи с камер. Один из официантов... Записи, знаете, там все были в черном. Меня с кем-то перепутали. Нашли мой пистолет. Я готов повторять, если хорошо заплатят. Так. Пятнадцать. Ну, по моему мнению, это был правильный выбор. Хотя надо было, видишь, выбирать, потому что, ну, как-то... Ну, он убил 420 человек, по-моему. Нет, не нужно. Почему он проехал мимо? За ним... Нет, не нужно. Спасибо, что я ничего не нажимал, и все равно реклама. Ладно, вернемся. И мы продолжаем убирать мусор. 20. Наверное, надо было выбрать мусор. Но я, в принципе, неплохой такой судья играть. Куда он убирает? Ту-т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 у. Землетрясение! Давайте вот это выберем. Нет, спасибо. Опять реклама. Снова возвращаемся играть. Сорванный цветок. Он сорвал цветок. Понятно. Но я думаю, надо посадить ему новый цветок. Для дела же. Опасное вождение. Бдыщ. Давайте пересмотрим. Бдыщ. Ох ты, подлянка. Ты красила за вождением. Я думаю, вот это платить мало. И вот этим. Я думаю, вот что надо сделать. Я оказался прав. Не нужно. Спасибо, но не нужно.
Нет, с вашей рекламы. Опять реклама. Так. Все. Нет, спасибо. Играть у магазина. Бдыщ. Так, все, я понял. Я думаю, мою сделать надо так, потому что это она его спасла. Он отделался небольшими ушибами, а так бы умер бы, наверное. Где моя реклама? Рекламы нет. Она ведьма, чего? Не, не нужно. Спасибо, опять же, за рекламу. Так, и продолжаем. Что же ему надо делать? Ну, наверное, отпустить. Ну, на двадцаточку. Я сделал, в принципе, даже и правильно немного. Бдыщ, бдыщ, бдыщ. Он спас только что. Ну, наверное, вот это как-то... Наверное, надо бы это было бы. Но он спас его. Не нужно. Или он себя спас? Он себя спас. Он не его спас, а себя. Гениально. Реклама. И мы продолжаем так. Похититель велосипеда. Сведения об экзамене. Дата 2 июня. Опоздавшие не допускаются. Ну, я думаю, кража, конечно. Я думаю, двойку незачем. И велосипед ему, я думаю, просто надо отпустить. 15 – это что, самый лучший, худший результат? Ну ладно. Ну я же его отпустил. Что не так? Наверное, надо было выбрать. Подарить ему велосипед. Чего б я не должен дарить велосипед? Хотя я честный судья. В каком-то смысле. А. И мы продолжаем. Кошмар. Какой же кошмар. Почему она пыталась его задушить? А почему реально? Вот это интересно. Очень даже интересно. Так, уберите эту рекламу с заставки. Так. Вот это реально, и вот это сложно будет. Может что-то потыкать, на него потыкать. Я все-таки использую подсказку. Не, так, он такой. Ну, я думаю, вот этот вариант. Да что, опять не так уж и сильно выбрал. Ну, в принципе, на двадцаточку нормально. Нет, не нужно, спасибо. Слепой.
А мой это какой-то яд? Крысиный яд! Конечно же, косточками завалить, он хозяина своего спас. Ну, хозяин отделался небольшими этими. Крысиный яд. Ну, в принципе, да. Естественно. Пози никто не снимал. И мы продолжаем. Так, обвинение не справилось с драконами и лишило селян крова. Я не просто женщина, я тебя драконов. Ты не способна справиться с драконами. Ты украла драконьи яйца? Ха-ха, мне их подарили на свадьбу. Тех, кто тронет моих драконов, ждет мучения. Твои драконы разрушают деревни? Ты шутишь? Мои драконы не едят мясо. Мои малыши никого не обидят. Где доказательства? Мои нет. Ладно, в моих драконах иногда просыпается. Посадить ее с драконами! Дракон 101. Ну, я думаю, ее надо на первый раз пожалеть, потому что это... Может, что-то серьезное случилось, и она не справилась. Ладно. О! Ну, я неплохо так это справился. Так, не нужно. 26-й. Бдыщ! Конечно же, чаевые ему дать. Вот он его спас просто от змеи. Опять реклама. Продолжим. Так, продолжаем. Прыжок. С чего прыжок? Бдыщ! Почему он бросил ее с балкона вместе с собой? Ну это ясно, что это. Газ пошел. Девчонка сканировала мороженое в магазине. Я спросил, зачем она это делает. Продолжаем судить. О! С противогазами пусть ходит. Не нужно играть. Почему он уронил ведро с водой? Да пофиг. До свидания, реклама. Ну, то есть для вас. До свидания. Все, продолжаем. Верблюд подарил, но он не...
дал ему попить. Пусть ведро на голову сам оденет. Из-за какого-то телефона животному не дал попить. Фу таким быть, фу. Не нужно, 29-й. Только лошади. Почему одна лошадь напала на другую? Дышь! Это зебра! Хорошо, она под судить лошадь? Конечно, ее не понял. Не сажать же лошадь в тюрьму. Ей надо медаль дать за то, что она вычислила зебру. Не нужно, спасибо. Реклама. И мы продолжаем играть. Почему она его ударила? Хочу пересмотреть. Бдысь. Вот именно вот. Так, не нужно мне никаких этих. Да пошли вы со своей рекламой! Я каменщик, работаю 3 дня без зарплаты. Продолжаем. Подсетитель рыбы. Бедная рыба. А, так это чайка. Вы хотите сказать, что мы будем судить чайку? За то, что она хотела есть. У меня сейчас от этой игры мозг лопнет. Судить чайку. Ну что ей? Рекламаю! Я честно сгораю от рекламы. Судить чайку, бедная чайка. Конечно же, отпустить чайку. Не понял? Отпустить чайку. Свободу чайке. Свободу чайке. Совсем уже. Не нужно, спасибо. Разбитое окно. Естественно, играть. Бдысь. Лили, я тебя люблю. А вот приколы я тут не понял. Где моя реклама? Спасибо! Сегодня девчонка сканировала мороженое. Здравствуйте. Ну, наверное, пусть ему с кулачка пропишут. Наша другая игра. Нет, спасибо. Не хочу я ваши другие игры играть. Нет, не нужно. Сломанный мост. Бдысь. Зачем он это сделал? Ну, наверное, пусть его медведь обнимет. Ну зачем его на Габаи-то отправлять? Пусть его медведь обнимет. Хотя зачем? Он причинил боль медведю, перерезав мост. Мост же относится к частичке медведя. Хотя это странно звучит, ладно. Нет, не нужно. Где моя любимая реклама? Ну хоть не такая уж и реклама. Сейчас закроем ее, бдысь. О, на парковке. Почему он разрисовал машину? Это какой-то этот. Хулиган, наверное. Или была уважительная причина? Не понял. Разукрасить его? Ну, в принципе, пусть водитель его разукрасит. Надо деньги было потребовать. Ну, мне не нужно.
Есть. Бдыщ. Бдыщ. Снайпер из ружья. Сломал дрон, сломал антенну. Подвесить его. Ну пусть деньги отдаст. Я ж за дрона-то. За дрона надо деньги отдавать. Ну и что, что он сломал антенну? Это же искусственный интеллект. Он должен поднимать. Ой. Опять реклама. Спасибо большое. Мы продолжаем. Будете судить? Бонусный уровень. Да, я буду судить. Опять реклама. Спасибо большое, игра. Нельзя это за монетки сделать, например. А, это есть за монетки. Дорого. Ладно. Продолжим, когда закончится реклама. И мы продолжаем. Обвинение собирает деньги на полет на Марс, который не состоится. Нам столько еще предстоит открыть, билеты на Марс уже в продаже. А разрешение марсиан ты получил? Ты купил фейкоины на собрание денег. Откуда ты? То есть это все враги. Я виноват в том, что подарил человечеству надежду. Ты думаешь только о своих надеждах разбогатеть. Ха-ха-ха, а кто говорит, что мне нужны деньги? Надеюсь, у тебя есть доказательства? Вижу, у тебя уже есть билет. Хорошего полета. Ну, мне пора увидеть на Марсе. Ладно, заново играть. Продолжим. Продолжаем. Знаю, знаю. Кто это сказал? Ложь и клевета. А ты все знаешь. Ладно, космические путешествия просто прикрытие. Я хотел заработать на фейках. Оставить его на Марсе, ну, наверное, вот что ему надо сделать. О, я честный судья, она даже показала 25. 5 и 5, 25. Играть. Почему он выдернул провод? Интересно, почему? Дай вайбан. Пусть ему пощекочут пятки. Правильный ответ. Пощекотать чуваку пятки. Ну пусть посмеется. Не нужно. И правда, зачем? Рекламу сделали вообще в нашей жизни. Я реклам, короче, 20 около посмотрел. Ладно, продолжаем. Летящая змея. Как она... Пусть слону. Ну, на двадцаточку надо ему было заклеить. Ладно. Не нужно. Не сейчас. Да пошли уже с моим хуги-вуги-вуги-вуги. И мы продолжаем. Темная комната. Интересно, что им-то? Почему они напали? Ну, видно, это какой-то этот. Вампир! Отправить его в лес ужасов.
Ну, на двадцаточку. Это бедный вампир. Он же ничего плохого не сделал. Мне нужно. Растерянный этот. Почему кит разозлился? Так, естественно, он разозлится. Они же отходы выпускают. Пусть он тренером будет теперь. Будет всем следить за всем. А, понятно. Что за отметка? Да какой крутить не нужно, отстаньте. Наконец-то это, наверное, либо последняя, либо предпоследняя реклама за этот ролик. Она это делает. До свидания. Оказалось, она получает за это деньги и уже получила. И привет. Так, следующая знаменитость на, и на 45-м. Так, скорая спешит. Куда она спешит? Пап. Мама без сознания, приезжай. Ой, нет! Я не туда нажал, я его не хотел в тюрьму создать, сажать, я его хотел отпустить. И это был правильный ответ, у кого такие эти? Сегодня, девчонки, его надо было... Предпоследняя реклама. А, нет, последняя. Уже получила 130 тысяч. Я думаю, на этом мы прощаемся. Это был самый рекламный ролик и самый длинный. Подписывайтесь на канал, проставляйте лайки и всем пока, покусики!